в рамках проекта по восстановлению освобожденных территорий, утвержденного распоряжением президента Азербайджана, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана ускоренными темпами продолжает строительство автомобильной дороги Ахмет-Бейли-Физули-Шуша. Об этом Аххар-АС сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана. Как говорится в информации, протяженность дороги 81,6 километра. Дорога будет 4- и 6-полосной. В агентстве отметили, что проложено 137 водоотводов. Построено 30 подземных переходов, 7 автомобильных мостов, 7 тоннелей и 9 виадуков. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.